Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я вам хочу показать один из испанских танцев. Такая пьеска, которая состоит из нескольких частей. В моем видео уже есть много пьес подобного рода, где я показываю испанскую музыку, различные вариации и так далее. Ну, это будет еще один из вариантов для вашей коллекции, для моей тоже. Итак, давайте начнем. Это будет первые две части. Мы начинаем с аккорда ля минор, АМ. Вторая на первом, четвертая, третья на втором. И в правой руке еще очень важно сейчас запомнить пальцы, для того, чтобы было удобство игры. Итак, мы начинаем с аккорда ля минор. Играем пятую струну, потом первая, вторая, третья. Пятая, первая, вторая, третья. Безымянный, средний, указательный. Потом четвертая, третья. Советую играть это большим пальцем. Вот что получается. Четвертая, третья. Потом первая со второй. Одновременно. Потом мизинцем зажимаем пятую на третьем. Играем, аккорд не убираем. И опять первую со второй. И вот у нас получается первая фраза. Такая интересная фраза на одном аккорде, правда, потом мы добавляем мизинцем пятую струну на третьем ладу. Итак, давайте попробуем. Большой, безымянный, средний, указательный, большой, большой, указательный со средним, большой, указательный со средним. Это я про правую руку сейчас. Еще разок. Идем дальше. Дальше у нас аккорд Е7, то есть это обычный ми-мажор, третья на первом, пятая, четвертая на втором. И еще мизинцем добавляем вторую на третьем. Вот такой вот аккорд. Здесь мы играем пятая струна, потом первая, вторая, третья, точно так же. Пятая, первая, вторая, третья, потом четвертая, третья, большим пальцем, четвертая, третья. И по шестой такой переходик. Шестая открытая, шестая на втором, шестая на четвертом. Еще разок это место, точнее Е7. Еще разок Е7 со второй на третьем. Здесь мы играем пятая, первая, вторая, третья, четвертая, третья. Шестая открытая, шестая на втором, шестая на четвертом. Еще. И у нас получается первая фраза. Вторая. Потом мы играем опять первую. Опять вторую. То есть два раза повторяем эту часть. Первая, вторая. Первая, вторая. Давайте еще разок все это повторим. Как будто вы уже запомнили первую, вторую, и можно уже потихонечку тренировать. Первая. Вторая. Первая. Все, можно идти дальше. Дальше у нас опять аккорд АМ ля минор. Играем то же самое. Пятая, первая, вторая, третья, четвертая, третья, первая со второй. Потом пятая на третьем мизинцем, первая со второй. Щипок. Потом у нас идет барре, аккорд соль мажор, же. Барре на третьем, третья на четвертом, пятая, четвертая на пятом. Здесь мы играем шестая. Шестая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая. И третья со второй, шестая, третья со второй. Еще раз повторим.
пошла вторая часть. Первое музыкальное предложение в этой второй части АМ. Дальше второе музыкальное предложение или второй кусок Ж, соль мажор. Дальше сдвигаем вот этот G, это баре, соль мажор, на первый лад. Будет все то же самое. Баре на первом все струны, третья на втором, пятая, четвертая на третьем. Ну, то есть здесь просто лад будет третий, а здесь будет первый. Фа мажор, аккорд F. Здесь мы играем шестая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья со второй, шестая, третья со второй. То же самое, что сыграли на третьем ладу, играем на первом. Здесь большой палец, безымянный, средний, указательный, большой, большой, указательный со средним, большой, указательный со средним. Ну и последний аккорд во второй части. Это третья на первом, пятая на втором, четвертая тоже на втором. Играем. Это аккорд Е ми-мажор. Третий на первом, пятая с четвертой на втором. Аккорд Е. И здесь играем шестая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая. И потом шестая открытая, шестая на втором, шестая на четвертом. Все. Таким образом получилось две части. Давайте еще разок вторую повторим. АМ. Ж. F и E. Все. Осталось еще сыграть первую часть, ну и вторую. И соединить их. Сейчас сыграю первую часть, она тоже состоит из четырех таких кусков небольших, но там они одинаковые. Первый, второй, первый, второй. Поехали, первая часть. Еще раз первая часть. И вторая часть. Все. Можно еще разок вторую повторить, чтобы просто уже запомнить ее получше. Ну и теперь можно сыграть все 8 таких маленьких кусочков. Первый. Второй. Первый, второй, точнее, третий, четвертый был. Дальше пятый, шестой, седьмой и восьмой. Все готово. Ну и теперь еще разок все 8 я уже не буду считать. Еще медленно. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Учите испанский танец. В следующих видео будет продолжение. Ну и главное, тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.